больше всего Лиза любила играть. Кроме бабушки, у нее никого не было. Бабушка и охранник Боря работали на фабрике. Фабрика давно переехала, а они остались. Лизе было скучно с ними. Она жила игрой. Он пришел в ту роковую ночь, когда бабушка стала сказочно богата. Его появление никого не обрадовало. Особенно хозяина этих денег. Второй раунд! Он заставил Лизу играть в свою игру. Игру на выбывание. Лиза очень хотела выиграть. Ты сможешь? Но для этого нужно было пройти последний уровень. Ты будешь стрелять в собственную бабушку?